Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение нашей рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Сегодня у нас четвертый выпуск, продолжаем мы играть за «Локомотив». Ну и перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на Ютубе, буду рад от всех там увидеть. Ну что же, а мы переходим к ответной, можно сказать, игре. На групповой стадии мы играли против «Атлетика» в прошлом выпуске, сыграли в ничью 0-0 в Мадриде. Ну и посмотрим, как сегодня отыграем. Вот Рыбусь не готов, ну и Лысов тоже. Поэтому я и не знаю. Камано 76. Ну, Жамалединова, скорее всего, тогда будем выпускать. По крайней мере, посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому все. Вот таким составом мы выйдем. «Локомотив» против «Атлетика». Четвертый тур Лиги чемпионов. Поехали. Итак, РЖД-арена. «Локомотив» принимает «Атлетика» Мадрид. Четвертый тур, как я уже и сказал. Важна на самом деле игра. Терять очки неохота. Поехали. И все-таки мы пропускаем. На 95-й уже минуте, хоть и добавили 3, Маркус Лоренте забивает. Вот так вот. Небольшая суматоха осталась после штрафного. Первый удар Гильерме потащил, но здесь уже никто не накрывал молодого испанца. Поэтому все. Мы проигрываем дома со счетом 1-0. Минимальное поражение, но в любом случае это поражение. Даже ничью не получилось у нас зацепить. Ну и именно Маркус Лоренте, он вышел на замену, забил, стал лучшим игроком матча. Бавария минимально обыграла Young Boys у себя дома. Но в любом случае уже до второй строчки 5 очков у нас отставание. Ну и осталось сыграть 2 игры. То есть нам нужно выиграть все и надеяться на то, что Атлетика как-то там проиграет Young Boys'у. Поэтому, ну, вряд ли мы уже займем вторую строчку, а вот за третью можно побороться. Ну что же, на этом все. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.